Наконец-то я увидела живых лебедей. Можно сказать, первый раз в жизни. Издалека как-то видела один раз. И все мечтала их увидеть. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. И это тоже Бухара. Святые места. И вот... Бахуаддин Накшбандин. С первого раза не сразу запомнишь. И вот они, мои любимые лебеди. И уточки среди них затерялись. Ну и красота архитектуры, как всегда. Ой, лебеди, лебеди, как я рада. Наконец-то я увидела живых лебедей. Природа здесь, конечно, необыкновенной красоты. Ну и красота тоже. Вот здесь их кормят, оказывается. Их, оказывается, здесь кормят. Да. Ну, я снимаю, так сделать не могу. Лебеди, мои побратимы. Я ведь по другому гороскопу лебедь, как я уже повторялась. И вот они тоже, символ верности лебедей. Красота. Наконец-то, мои любимые. Какие они тихие. Засыпают, что ли. Наверное, сытые, поэтому такие тихие. Сытые все тихие. Ну, вот такой, друзья, короткий обзор вам, вашему вниманию.